Кстати, я вот сейчас смотрела раковины, вернее, вот этих улиточек, и вроде как вот эти две слева, которые, они вроде как живые, а вот это пустая раковина. Это каким образом она внутри без мяса? Как такое может быть? Если раковина сформировалась, значит, получается, что и улиточка внутри должна быть, или у них в теле улитки уже в яйце сформировалась раковина, а, к примеру, улитка как бы не зародилась, как такое может быть? Вот это пустая, я смотрю, она даже просвечивает. Там нет мяса, как вот, ну, такого цвета, как у... Странно вообще. Ну ты посмотри, какая она активная. Я достала из этого, вроде как еще в такой гибернации была. А это вот все еще спит. Ну, вроде как она присосалась. Я ее хотела, не смогла отодрать. Ой, ну дают, а.